Так, это был маленький лучик солнца. Сейчас идем наверх. Сейчас будет солнце конкретное. Сейчас вам покажу. Вот туда наверх поднимаетесь, видите? Это мы в парке тут. Смотрите, там еще солнце светит, видите? То есть мы еще даже встретим закат солнца. Классно или нет? Так, только в гору надо подняться, но любишь кататься, люби и саночки возить. Оба-на. Вон братки. Наверное, с марихуаной. Чик-чик-чик. Конечно, сейчас легально. Сейчас они все продают. У них такая радость. Оба-на. А там что такое? Оба, что-то там с мужиком происходит. Опа. Что-то гимнастика или он под наркотиками. Сейчас посмотрим. Тут, видите, тут такая атмосфера. Видите, это сверх, наверх я поднимаюсь. И вот там мужик стоит. Что-то он спортом занимается. Или под наркотиком. Не знаю. Сейчас прогуляемся тут. Ой-е. Конечно, еще спорт. А тут вот такие стены. Граффити, видите? Классно. Вот это вот сверху. Тут еще солнце светит. Ну все же. Видите? Тут может каждый прийти, порисовать, попшикать. Вот черно-белое. Граффити тоже необычно. Так что вот тут еще закат солнца. О, пахнет травой. Видите? Музыка такая играет, регги. Видите? Такая вот стена. Так что тут еще солнце светит, видите? Сейчас вам покажу. Вид сверху. Видите? Ну, народ траву курит, попшикают. Сейчас вам покажу. Дальше пройдем. Это Мао парк. Как граффити. Когда солнце падает. Красивый свет, но. Тут можно присесть, кому надо. Вот они сюда приходят и рисуют. Вот сейчас даже вон там видно, парни рисуют, а потом вот такие вот куски. Ставьте это, сколько краски было. Это они потом снимают, или оно само падает. И дальше рисуют специально выделенные места, чтобы рисовать легально. Так что, видите, как много. И вон там парни вон стоят, рисуют в масках. Вон один маски рисует. Ну, правильно. Потому что многие думают, а, свежий воздух. Маска не нужна. Маска нужна, потому что это очень ядовитые краски. Так, пойдем на солнце еще посмотрим. Потому что оно сейчас сядет и все. Сейчас я вам еще вот с другой стороны вид покажу. Вниз, как народ сидит здесь, отдыхает. Вот я тут на холме нахожусь, где вот граффитисты. А вот внизу, вот видите, что тут? Так что здесь можно везде вот ходить, гулять, кому куда надо. Так народ сидит, отдыхает тут везде. Классно, да? Альтернативный народ. Ну, тут всегда так было. Вот как я в Берлин приехала, все время тут так было. И курили, и пили, и вот граффити рисовали. Вот так вся стена. Так что, кому интересно, можете сюда прийти, порисовать, вот, кто любит. Да, пахнет, воняет, можно сказать, красками. Вот я, когда на стекле рисую краски, я вам показывала в маске. Ну, тоже приблизительно так же и воняет все. Поэтому я удивляюсь, когда художники без маски рисуют. Но это очень-очень опасно. Ну, видно, у них еще нормально со здоровьем. Еще дрестомета, наверное, не было. Потому что первые признаки дрестомет будет. Ну, а потом будешь маску надевать все. Или дрестать, или с маской работать. Ладно. Пусть делает, кто что хочет. Ладно, пока. Так что
показала вам немного граффити. Можно музыкальное видео классно это заснять. Ну, когда идешь какой-нибудь там рэп или хип-хоп, что-нибудь, ну. Сейчас вниз, вот так, по этой дороге спустимся вниз, видите, туда. Так что давайте.